Всем здравствуйте, меня зовут Лиана, я работаю в Тавид Плюс. Сегодня была у нас учеба, спасибо большое, что приехали с Москвы, нас научили многому. Спасибо Тавид Плюсу, что нас пригласили, таких лекторов, нам очень это было поучительно. Что-то мы подзабыли, что-то новому нас научили. Даже я вот сегодня первый слепок сняла за 8 лет своей работы. Была просто в хирургии, медстрой. Как Тима Майер сказал, надо везде в кабинетах учиться работать. Поэтому мой первый с ним слепок. Екатерина Грамовна, вот мой доктор. Я ей обязательно покажу. Было все поучительно. Все в тетради записывали. Что вот у нас были свои ошибочки. Мы это все будем устранять. Будем все работать в коллективе с доктором Руку. Здравствуйте. Меня зовут Алсу. Я также работаю в Тавид Плюс. Мне, сегодня мы с самого раннего утра, думаете, что мы устали там, да, но я ни о чем не жалею, что, слава богу, мы организовали эту учебу, что всем понравилось, и мне в том числе. Было все доступно, легко, на, так скажем, с элементами юмора. Мы очень любим такие лекции, и нам очень понравилось лектор и все, что мы сегодня здесь делали.